Белые банты, букеты цветов, торжественная линейка и счастливые лица первоклашек. Учиться хочется? Да, очень хочется. А почему? Потому что я еще не ходил в школу и хочу узнать. И даже родители, оказавшиеся в стране, мысленно там со своими детьми. Я думаю, что в какой-то степени детям даже лучше, когда нет рядом родителей. И родители все-таки переживают, нервничают, им передается вот такое же нервное состояние. А сейчас они просто познакомятся с преподавателем поближе, получше. Слава богу, что у нас почти традиционный формат линеек сейчас здесь. Но, конечно, все-таки слово «почти» его из песни не выкинешь. Я думаю, что родители детишек все равно довольны, даже наблюдая немножечко со стороны за тем, что здесь происходит. 131-я в цветах – это первая школа в Нижнем Новгороде, построенная за последние 11 лет. Насколько нужное, говорит количество первых классов. Их 10. Всего в этом году школы Нижнего Новгорода пойдет более чем 15 тысяч первоклассников. Самое большое число – 292 первоклассника именно в эту школу в Приокском районе. Для занятий школьников есть все необходимое. Современные классы, дополнительное образование и секции – пожалуйста. Сверху. Сетку перекинул, удачи вам, поздравляю вас. В отличие от учреждения в цветах, у 141-й школы в Сормовском районе 70-летняя история. И за все это время здесь ни разу не делали капитальный ремонт. Хотя по внешнему виду и не скажешь. Мне сегодня дали это поручение, мне и директору, родители, когда мы на линейке были, сказать вам спасибо за то, что вы выполнили свое предвыборное, даже не обещание, наказ предвыборный. Да. Спасибо огромное, им передайте привет, но только я хочу, чтобы вы искренне абсолютно сказали, что благодаря им мы не только эту школу сделали, а мы программу запустили. Серьезно? У нас 94 школы в этом году сделано. После символической посадки сибирских кедров губернатор отправляется внутрь школы. В рамках капитального ремонта здесь поменяли практически все. Двери, окна, полы, система отопления и вентиляции. Константин? Константин, да, точно? Да. Все. Надо будет в Инстаграме написать, что я с Константином. Скелет в Богородской школе номер 5 пока без имени, но, судя по всему, ненадолго. Ладно, то с Константином я уже познакомился в одной школе. Оснащению этого учреждения позавидовали бы многие нижегородские школы. Современные классы химии, физики. Мне уже захотелось пойти в школу. Я уже соскучился. Просторные классы и коридоры, где каждый школьник найдет себе занятие. Будь то шахматный турнир или соревнования роботов. А вы хотите сами попробовать? Посоревноваться? Да. Запустить. Ну, давайте. Так. Поздравляю. Спасибо, да. Географией здесь можно увлечься прямо во время перемены. Гигантская карта России расстилается прямо на полу. Городов удостоено звания «Город трудовой доблести». Глеб Сергеевич, окажите нам честь и установите наш любимый город Нижний Новгород на карту России. Спасибо, дорогая, спасибо. Все города важны, но наш город был самым главным двигателем этого процесса признания. И вообще самый главный арсенал победы. А спортивный зал с велосипедами и уличные площадки для занятий баскетболом и футболом – мечта любой спортивной школы. Безумно интересно, все очень круто оснащено. Мне там понравился большой зал, там можно без конца бегать. Когда я увидела эту школу, я сказала своему папе: «Папа, я пойду сюда обязательно». Учиться и учить. Нужно в комфортных условиях, потому что рассказывать про дисциплину, про аккуратность, про величие своей страны, да, когда у тебя сыпется штукатурка с потолка, ну, наверное, некомфортно, неудобно. И мы эту работу, конечно же, будем продолжать. На достигнутом правительство региона не останавливается. В 2020 году будут введены еще 4 важных объекта. Это школа на проспекте Гагарина, в рабочем поселке Варнавино, в Шахуне и пристрой к школе в Арзамасе. Сергей Володин и Валерий Шакуров. Время новостей.